Всем привет! Вы на моем канале, и сегодня у нас очень быстрый урок. Мы будем рисовать скетч спиртовыми маркерами. Для этого я выбрала очень простой референс. Первым делом выберем палитру для нашего рисунка. Нам потребуется несколько оттенков зеленого и желтый. Желтый, чтобы подсветить солнечную сторону, травянисто-зеленый, более темно-травянисто-зеленый, можно оливковый или темно-зеленый. Для неба и воды светло-голубой, средний тон и более темный. Оттенки синего и голубого могут отличаться друг от друга. Темно-серый для глубоких теней, можно холодный или теплый. Три оттенка красного для паруса яхты, от светлого к более темному. Оранжевый для деталек на яхте, но можно обойтись и без него, а также линер или капиллярная ручка. Все подобранные оттенки не обязательны, вы можете взять свои цвета, главное, чтобы у вас была градация от светлого к темному. Начинаем скетч с легкого наброска. Референс я закреплю слева. Намечаем линию горизонта, она у нас находится выше, чем середина листа. Рисуем общий контур деревьев на заднем плане. Общими формами намечаем яхту. Ее можно разделить на несколько условно-геометрических фигур. Нижняя часть – это вытянутый параллелограмм, сверху трапеция – это каюта, и такой немножко съехавший с одной стороны треугольник – это парус. Аморфными пятнышками можно наметить фигурки, которые находятся на палубе. Условным кружочком изображаем спасательный круг и мотор яхты. Цвет накладываем, начиная с неба. Возьмем светло-голубой маркер. Небо полностью мы не закрашиваем, а создаем такие легкие штрихи, имитирующие форму облаков, именно тень от облаков. Несмотря на то, что небо здесь у нас абсолютно чистое, для того, чтобы рисунок у нас выглядел более интересным, мы создаем вот такие условные штришки, как будто у нас есть небольшие облачка. Этим же маркером я прокрываю теневые участки на корпусе яхты. Солнышко светит у нас слева, поэтому с правой стороны будет более темная тень. На мачте также можно добавить с теневой стороны несколько штришочков. Этим же оттенком намечаем воду. Сначала у берега, а потом легкими штрихами доводим до корпуса мачты. Не заштриховывайте воду плотно, оставляйте легкие светлые проблески бумаги. От кормы яхты спускаемся этим тоном вниз. Оставляем проблески и имитируем волны. Ближе к нижней части листа делаем уже зигзагообразные движения и сводим цвет на нет. Берем желтый маркер и проходимся по верхушкам деревьев. Старайтесь делать это не одинаковыми движениями, больше желтизны оставляя с левой стороны, там где у нас свет. Добавляем светло-зеленый, накладывая его на желтый, но не перекрывая полностью. Низ деревьев можно заштриховать плотно, а вот ближе к верху уже делаем разряженные точечки. Не забудьте чуть-чуть зеленого примешать в воду. Добавляем зеленый более темного оттенка, низ штрихуем полностью, кверху поднимаемся уже более разряженно, добавляя какие-то точечки. Можно заштриховать правую сторону чуть плотнее, а левую сторону деревьев и кустарников оставляем светлее.
Темно-синим маркером можно добавить тени на деревьях, делая их плотнее к краю воды. Синим маркером закрашиваем людей, которые находятся на палубе в теневой части. Мы их видим только небольшими силуэтами. Этим же цветом обозначаем мотор в хвостовой части яхты. Также темную полосу на борту. Иллюминаторы. Намечаем тень под кормой на воде. Тень протаскиваем немножко назад, потому что у нас остаются волны от яхты. И также плавными зигзагообразными движениями постепенно спускаемся вниз, сводя волны к минимуму. Берем самый светлый красный оттенок и прокрываем полностью парус. Также протонируем фигурку человека, он в красном спасательном жилете, и можно немножко добавить цвета фигуркам, которые в тени. Самая темная сторона паруса находится слева, а также в точках напряжения, там, где он крепится. Цвет паруса добавляем в отражение на воде. Берем промежуточный тон красного и добавляем в самые темные участки. Также добавляем этот цвет в отражение. Предыдущим светлым оттенком маркера смягчаем границу между темным и светлым. Берем самый темный красный и добавляем в теневую часть паруса. А также можно добавить немножко на уголках. Оранжевым маркером добавляем несколько деталек на нашу яхту. Здесь это спасательный круг. Можно взять еще более темный оттенок или какой-нибудь светло-коричневый и добавить снизу небольшую тенюшечку. Также оранжевым или светло-коричневым можно добавить несколько штришочков на яхту. Берем промежуточный оттенок голубого и добавляем плотности в воду. Этим же оттенком протонируем носовую часть яхты. Здесь тень более плотная. Участок воды за яхтой тоже делаем плотнее, чтобы корпус яхты у нас не сливался с водой. Темно-синим маркером уточняем детали на яхте.
Немного притемним носовую часть, чтобы она не сливалась с водой. Делаем плотнее под бортом яхты. Темно-серым маркером проводим линию, которая у нас идет сверху по борту. Добавляем контраст в иллюминаторы. Чуть-чуть затемняем точки крепления паруса внизу. Темно-серым маркером делаем отражение контрастней. Но сильно не увлекайтесь и не закрашивайте плотно, чтобы у вас на воде не появилось черное пятно. Черным тонким линером я добавляю детали на яхте. Здесь главное не перестараться и не сделать все плотными ровными линиями. Они должны у вас идти только с теневой стороны и легкими быть и прерывистыми. И все-таки деревья мне показались слишком светлыми, хотя можно было оставить их и так. Но я решила добавить еще более темный зеленый оттенок, поэтому притемняю их к низу ближе к воде. В этом небольшом уроке я хотела показать, что не обязательно перерисовывать все достоверно, как у нас есть на фотографии. Мы что-то можем домыслить, а что-то наоборот можем убрать. Например, на фотографии вода была абсолютно безликой, и мы разбили ее на небольшие этапы. То же самое с деревьями. Мы не делали их такими темными, и набросок у нас получился достаточно легкий и художественный. Если вам понравился такой формат быстрых уроков, где я не все подробно объясняю, а просто раскладываю по этапам, что и зачем мы делаем, то, пожалуйста, ставьте лайк или пишите в комментариях какие-то ваши пожелания по этому поводу. Ну а если вы в первый раз смотрите мое видео, то подписывайтесь, лайкайте, также подписывайтесь на мой инстаграм и тикток. Всем спасибо за внимание, целую, обнимаю, пока!